Сегодня уже 13 число, 13 июля. Вот в таком красивом месте по дороге на Моринцы, в село, где родился Тарас Григорьевич Шевченко, мы и заночевали. Уже не стал дожимать. Здесь где-то километров 15 расстояние. Место здесь очень красивое. Очень. Земля мягкая, никогда мне так хорошо не спалось, как в этом месте. Поставил палатку. И оказалось, что под ней нет ни сучков, ни кочек. Словно на матрасе сплю. По этой дороге приехал. Там мне попался такой красивый, мощный чертополох. Надо было его заснять. Вроде даже есть небольшое озеро, но разведаем, искупаемся. Я вчера туда не стал подъезжать, там машины стояли. Вот, хотелось быть в одиночестве. Места просто сказочные. Жара стоит почти под 40 градусов. 35-то вчера точно было. Объедался в дороге абрикосами, вишнями, яблоками, грушами. Всем, что Бог послал. Сегодня мой план таков — посетить Моринцы, Шевченково. В общем, места, связанные с Тарасом, Тарасово места. И повернуть уже к Виннице, но заночевать, может быть, если удастся, на каньоне в Буках на реке Горский Тикич. Или Тикич. Мне случалось там бывать. Место с природной точки зрения просто уникальное. И дальше уже тронуться на Неверов. И потихоньку так подняться к Виннице. А дальше уже составить новые планы. Как-то я немного мало выжимаю. Вчера проехал 70 километров, мог бы 100, мог бы и 100 проехать. Но а пообщаться с людьми, а посмотреть. То есть как-то спортивная составляющая немножко поуменьшилось у меня в этом походе. Поэтому 100 километров в день я еще ни разу не проехал. Да и ночью стараюсь не ездить по дорогам. Это разумно, в конце концов. Половина 10-го, половина 9-го уже надо ставить палатку. В начале 9-го уже съехать с дороги. Ну или без скольких там минут 8. Все, собираемся и в дорогу. Время 1 час. Сегодня много заняло чтение книг,
и составление маршрута на ближайшие дни. На обратном пути я решил рассмотреть эти огромные репьи. Вот вы красавицы. Вот гиганты. Только в Трахтемирове я видел. Репьи, ну не такие внушительные все же. Но внушительные. Колючий-приколючий. Ты красив, репей. Ты ж просто сказочно красив. Мы здесь ночевали неподалеку. Все, мы уже на родине Тараса. Место просто сказочное. Роскошные места. Здесь я даже нашел пруд минут 10 назад. И помылся там. Чуть постирался. Хозяйственным мылом довольно экологично постирался.